Друзья, всем привет, всем доброго времени суток, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас на обзоре будет отель, который называется Палома Грида 5 звезд. Он находится в городке Белек, 35 километров от международного аэропорта Анталия. Это первая береговая линия, отель работает по системе Luxury Ultra, все включено. Общая площадь территории занимает 102 тысячи квадратных метров. Вход в отель — это такая огромнейшая башня с зеленью на ее стенах. Есть прибор, фиксирующий, правильно ли одета на вас маска. Все, отлично. А сейчас, друзья, мы подходим к такому необычному ресепшену. Да, друзья, он находится на улице. Вот он, этот ресепшн, а мы идем смотреть номера в этом отеле. Это, друзья, номер Superior. Есть большая двухспальная кровать, одна спальная кровать, есть диванчик, телевизор, столик. Далее мы проходим в ванную комнату. Ванна есть, фен, различные мыльные принадлежности. Далее у нас находится сам душик. Ну, вот такой вот номер. А это так называемые номера Lake View, это виллы, да, шикарные виллы, они площадью 50 квадратных метров, они прошли реновацию в 2014 году и предлагают своим гостям повышенный комфорт, максимальная вместительность 4 человека, 2 взрослых и 2 ребенка. Так, в каждой вилле имеется гостиная с мягкой мебелью. Вы прямо со своего балкона можете погрузиться в прекрасный бассейн. На большой зеленой территории стоят комплексы бунгало и вилл в европейском стиле. В тени душистых многолетних сосен всегда можно укрыться яркого анталийского солнца. Вот такие интересные мостики, на которых только одностороннее движение, то есть по этому мостику можно идти в эту сторону, по другому мостику в другую. А вот и место для вечерних представлений. А это ресторан международной кухни Seasons. После проведенной реновации ресторан международной кухни Seasons стал еще интереснее. Теперь, сидя в приятной атмосфере, можно отведать блюда итальянской и французской кухни. На территории много бассейнов. Есть аквапарк. Есть также детский аквапарк. Вот сейчас мы проходим, ну, просто огромный бассейн, друзья. И мы направляемся в сторону пляжа. Такая классная аллейка, пальмовая аллейка. С левой стороны у нас находится турецкий ресторанчик. Ну, очень интересная территория этого отельчика. Ну, мне очень нравится, много пальм, зелени, очень все красиво. А вот мы уже подходим к пляжу. Протяженность пляжа 300 метров. Имеется пирс на пляже. Пляж песчаный, друзья. Вот даже ходит верблюдик, как в Египте прям. И вот, друзья, на такой прекрасной морской ноте я заканчиваю видео. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока и до новых встреч!